Рукопашный бой – вид спорта для нашего города Новый. Хабибулла Губайдуллин в январе разработал план тренировок для воспитанников детской спортивной школы ИКАР. Тогда же начались первые занятия. Но в марте всех спортсменов перевели на дистанционное обучение. Я создал группу в WhatsApp, в которую входят и родители, и дети, которые у нас занимаются. Выдаю им непосредственно задание на выполнение тренировочного процесса в домашних условиях, которые они должны выполнять. Тренировочный процесс состоит в основном из общеразвивающих упражнений на месте и в движении, специализированных упражнений на выполнение ударов, подворотов на бросочки, так как соперника нет, это самой борьбы и отработки в парах они не могут выполнять, а также общих физических упражнений. Всего в секции рукопашного боя занимается 61 спортсмен. За тренировками каждого Хабибулла внимательно наблюдает, просматривает видео в социальных сетях, делает замечания и корректирует движения. В основном это ударные движения в виде ударов рук, ног, защитных действий. И говорю конкретно, подверни стопу, пяточку правой ноги надо больше выводить наружу, либо оставлять внутри. Надо больше шагнуть вперед, либо меньше шагнуть вперед. Какое-то движение выполнить быстро. О том, что, допустим, он забывает расположение руки, где она должна находиться. И так корректирую каждое движение поэтапно. После снятия ограничений Хабибулла Губайдуллин планирует провести городские соревнования по рукопашному бою. А после со своими подопечными отправится на первенство Приволжского федерального округа. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.